Вместо протокола – прогулка через дорогу. В Таразе стартовала республиканская акция «Внимание, светофор!». Дорожные полицейские вместе с юными инспекторами движения решили преподнести местным водителям урок, а именно напомнить о необходимости соблюдать правила и пропускать пешеходов на переходах. Порядка 20 нарушителей они вежливо попросили выйти из машин и прогуляться через дорогу, теперь уже в качестве пешехода. Это предупреждение. Водитель будет... испытает на себе, каково это быть обычным пешеходом, когда его не пропускают на пешеходном переходе. В следующий раз он уже будет обязательно останавливаться и пропускать пешехода.